Здравствуйте, Анатолий. Это видео про ваш объектив с уже установленным одуванчиком. Вот смотрите, одуванчик установлен. И сейчас я вам покажу, как он работает. Аккуратненько вставляем объектив с одуванчиком в камеру. Ориентируем средний контакт одуванчика на белую точку в камере. Поворачиваем против часовой стрелки. Смотрите, я запрограммировал фокусное расстояние 50 миллиметров и диафрагмы от 2 до 16. Когда вы работаете с одуванчиком, диафрагму на объективе ставьте всегда в положение 16. Это автоматическое положение диафрагмы. В меню камеры выбирайте режим AFS. Если у вас вот такой селектор, буковку S, или если не такая камера, без такого селектора, тогда в меню камеры выберите режим съемки AFS и режим здесь приоритет диафрагмы. И достаточно будет здесь ставить ту диафрагму, на которую вы хотите получить снимок, и она отработается с камеры. Пока не будет попадание в фокус, звуковой сигнал прозвучит, когда попадет в фокус световой, загорится та точка, которую вы выберете, а не только зеленый сектор, который работает у всех камер Nikon. И только тогда затвор сработает. Если вам не нужна ловушка фокуса, тогда перейдите в режим съемки AFC. В этом режиме ловушка фокуса не работает. Сейчас я снова упакую ваш объективчик, и завтра он поедет к вам. Спасибо за внимание.